Здравствуйте. Ну вот и распустилась Каралума. Вот такой вот подарок от моих друзей, от Пануса и Яниса. У нас еще есть бутоны. Цветет она у меня впервые. Цветочек небольшой, но очень-очень яркий. Ну и очень вонючий. Ну очень. Запах просто сногсшибательный. Не могу ничего сказать другого. Сама она по себе очень красивая, вот такая вот необычная, варигатная. Я надеюсь, что ее видно. Если я успею показать цветение других ее цветочков, у нее много бутончиков, я покажу. Я уезжаю опять в отпуск, поэтому показываю сейчас. Наконец-то на маленькой примере цветонос. Надеюсь, что она его не сбросит. И увидим, как она цветет. Ну и еще одна восхитительнейшая вонючка. Цветочек большой такой. Обычная стапелия, но очень-очень красивая.